Друзья мои, всем привет. Короче, такой вот вопрос. Когда я делаю ремонт, использую китайский теплый пол, подогрев для пола, под плитку, под стяжку, многие задают мне вопрос, а какая гарантия вообще на то, что данный вид пола будет работать в будущем? И, то есть, ну, не выйдет из строя там в ближайшее время, ну, или там лет через 5. Ну, такие вопросы задают мне часто, и каждый раз практически я отвечаю одинаково. Допустим, ситуация такая. Вы решили вместо китайского теплого пола использовать простой теплый пол. Купили его в магазине с гарантией, там, практически 50 лет. Ну, буквально там, я не знаю, ну, за 7-8 тысяч рублей. Хотя аналогичный китайский пол вышел, ну, где-то в пределах там 2000 рублей. Вам даже бы и меньше, если бы. Ну, в зависимости от квадратуры, которая вам нужна. Так вот, приобретая пол с гарантией в 50 лет, вы тешите себя надеждами, то, что действительно этот пол будет служить столько, сколько вы хотите. И гарантия будет на него распространяться столько, сколько утверждает продавец данного теплого пола. Но вы забываете один, два, три, четыре момента, которые тоже нужно учитывать, когда приобретаете теплый пол. Во-первых, 50 лет гарантии дает производитель на теплый пол. А где гарантия, что через 50 лет данная фирма вообще будет существовать? И вам заменят данный пол после выхода данного пола из строя. Второй момент. Где гарантия, что будет существовать фирма через 50 лет, где вы приобретали данный теплый пол? Третье. Как вы сохраните бумажный чек в течение 50 лет? Вы по-любому его потеряете уже на следующий год. Ну и в-третьих, после выхода вашего в-четвертых, после выхода вашего теплого пола из строя, даже через 5 лет, ну это грубо я говорю, вы будете вскрывать плитку, вы будете вскрывать пол для того, чтобы извлечь этот теплый пол, кабель электрический теплого пола из стяжки, для того, чтобы пойти и вернуть его в магазин. А потом заново установить, смонтировать теплый пол, сделать стяжку, залить плитку, то есть уложить плитку. Будете это делать, нет? Естественно, нет. Оно вам надо. Это же заново придется вам капитальный ремонт практически делать. Проще забить на тот теплый пол, который лежит у вас сейчас в полу, и просто ничего не делать. Вот, вот теперь задумайтесь. Нужна ли гарантия на теплый пол, который дает вам производитель в 50 лет? Мне кажется, вообще бессмысленно. Бессмысленно и без надобности. Короче, много чего производители предлагают вам. Гарантии, там, ускоренный обогрев пола. Ну, все такие вот преимущества предлагают вам, лишь бы вы приобрели теплый пол у них. Я не говорю, что китайский теплый пол это прям решение всех проблем, панацея. Ну, по крайней мере, вот у меня теплый пол, который я монтировал еще лет 5 назад, он работает до сих пор, я его ни разу не выключал. Он работает, сам по себе живет своей жизнью, включается, выключается, и ничего с ним не происходит. Никакой гарантии на него нет. Также приобретал я его на Алиэкспресс. Ну, те же самые нагревательные кабели, которые я устанавливаю своим заказчикам. Практически в 10 раз дешевле, чем предлагает его любой магазин в нашем городе. Вот такие вот мысли, слух, которые я хотел озвучить сейчас. Ну, может, кому-то это будет полезно, кому-то это пригодится. Так что, пожалуйста, обращайтесь, задавайте вопросы. Я буду отвечать на них вот в таком вот видеорежиме. Всем спасибо, всем пока. С вами был Ленар на канале Перестройка 116. До
новых встреч. Пока-пока.